Письма с предложением принять участие в акции и подарить Новый год детям на Украине сочинское отделение Красного Креста направило в школы и вузы курорта. Отклик пришел от всех образовательных учреждений без исключения. Мы и просим подключиться всех наших предпринимателей. То есть все, кто любой человек города, мы очень сердобольные, очень милосердные и сострадательные. Вот я думаю, что у нас пройдет очень успешно эта благотворительная акция, и мы порадуем вот наших как бы русских людей, проживающих вот в такие, испытывающие такие невзгоды. Планируется, что в посылках детям из Луганской и Донецкой областей Украины сочинцы будут отправлять сладкие подарки, вещи, предметы гигиены. Все за исключением скоропортящихся продуктов. Посылки принимает отделение Красного Креста, где сегодня решают вопрос с пересылкой подарков в соседнюю страну. Посылки будут принимать до 15 декабря. Также в Красном Кресте собираются в качестве гуманитарной помощи направить на Украину медикаменты, перевязочные материалы, а также памперсы и детское питание. Все то, в чем так нуждаются маленькие жители, охваченных военными действиями районов юго-востока Украины.